автодороги Р-22 Каспий, 787 километр. Водитель автомобиля КАМАЗ 75 года рождения с полуприцепом Танар, двигаясь со стороны города Москва в сторону город Волгоград, совершил наезд на пешехода 80 года рождения, переходящего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости надземного пешеходного перехода. При этом пешеход не имел световозвращающих элементов на одежде. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм пешеход скончался на месте.